Пожалуйста, сделайте какую-нибудь еще игру, только менее страшной. Please, please! Я сейчас сижу, мне очень страшно. Всем привет, ребятушки! Вы на канале Вэл. И сегодня мы будем играть в ужасный отель. И мы начинаем нашу игру. В этом отеле что-то происходит не так. Найдите причину. Ну, это я сам придумал так, для своего же. Так, что-то странно. Картины всякие тут. Давайте посмотрим, вот первый отель тогда. Номер... Ну, чё, интересный такой. Я нарисован. О, да ладно! Ребятушки, подписчики мои, вы это видели? А это уже не я, но мне все равно. Кто это? Ну это просто это жесть. Я прямо был нарисован. Так темно, что я даже дверей не вижу. Но во второй что-то поменялось. Нет, 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 нет. Че? Че? А эта комната меня удивила. Почему-то я сюда вот зайду, потом выйду. Все будет интересно. А ничего не будет. Ну это был, ребята, ужас. Прямо тут поместилось. Я вот не знаю. Что это такое? Господи. Хелп. Ужас. А здесь? Ой! Не буду туда больше заходить. Ой, 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 ой. Не могу вылезти. Ой, ребята, это конец. Я не могу вылезти. Давай. А, ну ладно, у нас есть такой способ. Хорошенький. Пиц. И все. И все. Так, я, кажется, вот на раз, два. Да, вот на это и был. Теперь я перехожу вот сюда, да? О, Бонасич. Странно здесь все. Но уже как-то уютно. Ой, ты что тут делаешь? Пацан, у тебя тут все раскровавлено. Убью тебя. Ну нетушки, сам себя добивай. Господи. Здесь что? Ой, челюсти, да ладно. Я думал, челюсти уже все. Только 3D челюсти, наверное. Я думал, челюсти уже не идут. Вот этот нас решили скрыть. Окей, я это нашел. О май гад. Тут какая-то штуковина сидит. Так что, ребята, это я не знаю, как мы будем проходить. Так вот, нас скрыли. Ой, бежать. Что ты мне мешаешь? Что ты мне мешаешь? Ой. Что ты мне мешаешь? Мешаешь. Это что такое было? Все черным. Leave me out, Slenderman. Lowlofts какой-то. Военная, можно ты сюда первым зайдешь? Если что, это... Да ладно вам! Слендермана сюда поставили. Ой, ребята, они на... Ой! О май гад. О май гад, о май гад, о май гад. Ребята, это жуть дверь. Короче, мы должны продвигаться дальше. Он не наверняка. Он какой остановился? А вот на этой лиственной. 214 номер. Тут... Кто-то был.
Ой, да ладно. Тут так надел. Ну все понятно, все понятно. Ой, да ладно, Слендерина. Ребята, он ко мне телепортируется. Надо сюда сваливать. Быстро в ванную посмотреть, что там. Ой, да ладно, скелет, здрасте. Забор покрасьте. Пожалуйста, у меня... Что, мне на даче реально забор такой? Понятно. Куда? Ой, здрасте. А, ты болтаешь со мной. Ой, зомбари, руки зомбари. Окей, все понятно. Все понятно. В ванной. Клоус. Убоносик. Это что, ребята? Ой, что это? Что с вами произошло? Это, ребята, очень странная игра. Если зайдете сюда, напишите в комментариях. Здесь я просто пойду. Ой, я не хочу сюда. Мне придется проходить у Слендермена тут всякие штуковины его любимые. Вот, я даже буду вот это вот у него Слендермена у него вот собирать тут все. Да ладно. Одевайтесь. Лично я тут еще что-то забрал. Теперь на домик. Указатель пошел. Какая-то квартирка. О! Опять! Мы телепортировались к этому скелетону. Так. А, мы туда пришли обратно. Так, в этому 666, кажется, зашли, да, тогда? Да, мы уже заходили в 666. Сюда мы, ребят, заходили. Ой, да, ребята, мы сюда заходили. Это было шок для меня, конечно. Что у нас здесь будет? Привет, мужик! Как ты? Я думаю, ты Слендермен. Да, здрасте. Забор ты мой покрасьте. Сколько ж вас здесь? Ты прикольный! Ты мне не нравишься! Привет! Приветствуем вас! И они меня не хотят выпускать. Выпустите вы меня, девочки. О, так красиво. Вы чем со мной сделали? Все, я умираю. Я хочу свою нормальную одежду. Давайте. Ипейк 2, свой ипейк 1, пожалуйста, уберите. Ура! Убрали. Давайте посмотрим, что же у нас дальше. Пошел. Ну, наверное, я уже с фонариком пойду. А чтобы было лучше видно. Так, с Слендермена я вообще никогда не зайду. Так, были. Кто ко мне телепортируется? А, это от меня Слендермен отстать не может. Здесь мы только что были. Зомби руки, прошу пройти лучше. Клоус! Мой фонарик. Понятно все. Так, а как я могу бегать? Я единственный, кто остался в живых. Почему все решили выйти из этой игры? Вот этот фонарик даже лучше кажется этого. Или этот. Но этот светит дальше своего носа. Так что, наверное, лучше вот этот. Так, вот с этим все понятно. В той комнате та же самая комната, что и эта. Просто как-то телепортируются тут комнаты. Так что в ту комнату мы точно никогда не пойдем. Потому что это невозможно. Зайдем туда, и там все такое же наверняка. Или нет. Это странно. Так, на тарзанке люди какие-то приехали. Ага. Чё это? А, тут все что-то в пакетах, какие-то в крови они все.
Понятно. Что это за дверь такая? Ну что, странная дверь. Я ничего такого не говорю. Я говорю, только от меня, пожалуйста, отстаньте. Так, ребята. Похоже, это все на... Что ли? Вот эта дверка. Прям хорошая. Это что? Тихо. Ребята. Я в какой-то странной комнате. Да вы что, издеваетесь? Я сразу говорю создателям этой игры. Если меня кто-то смотрит из создателей этой игры. Пожалуйста, сделайте какую-нибудь еще игру, только менее страшной. Please, please. Я сейчас сижу, мне очень страшно. Особенно ты меня, дядька, очень пугаешь. Давай, все, глаза слепите все тебе. Все, давай, я на тебя смотрю. Я возьму вот этот фонарик, мне что-то с ним привычнее бегать. Мы всегда просто с ним бегаем на всяких видео с фонариками, где нужны. Частей с ними бегаем. Два зятька я не запрашиваю к себе на день рождения. Hello. 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 И тут тоже hello. А тут разбитое окно. Ничего себе комнатка. Я там. Вот здесь жесть, ребята. Да ладно. Да ладно. Ребята, это ужасная комната. Самая ужасная комната. А ну здесь офис, и сейчас на меня какая-нибудь штуковина просто вылезет. Конечно! И меня опять испугало. Чё? Ребята, чё с этим отелем? Понятно. Чё-то странное. Плохо станет. Ребята, мы не можем заходить в комнаты. Я понял. Мы должны бежать! Быстрее! Отель рушится. Ой. Ой, опять? Плохо станет. Бежим, 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 бежим. Все то же самое. Давай, 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 давай. Уибанс. Я не понимаю, что за штуковина. Я решаю разбиться. И у меня пропадает. Нет, он все еще здесь. Фонарик. Понятно. А что будет, если мы пройдем все вот это? Просто пройдем. Свандерина, здрасте. Короче, вот этот отель страхов, не считайте его просто вот это, видите, тут вылазит только по вашей вине, то есть вы их выпускаете из комнат. Нет, они сами этого хотят. В моем случае, да. На меня даже лицо такое странное стало. Ну, вот еще раз вот так вот пройдемся. Когда я просто играл в эту игру. Вы что, издеваетесь? Ой, да ладно. Между двумя измерениями я куда-то плыву вниз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всем, ребята, я вам желаю в эту игру поиграть, потому что реально страшно. Я просто шокировался. Что же делать? Шокировался. Вот бы сейчас снять стресс этой игры. Просто ужас. Я бы это глаз этот, ну, я уже это по глазу мизинцем дал. Я еще сейчас с этим глазом что-нибудь сделаю. Короче, игра очень страшная. Я вам, ребята, рекомендую мне поиграть. Если у вас потом особенно это рекомендую тем больше, у кого есть антистресс. У меня вот нет антистресса дома, и вот я после такой игры не могу стресс снять.
То есть это тут так страшно было. Вот у меня Вэл, вот ну, это, человечек мой, сам уже в шоке. Ну что ж, ребята, не забывайте ставить мне лайкусики и подписываться на мой каналчик. Всем покусики-покусики, с вами был Лев.